Это проблема, прежде всего, самого застройщика, который, будучи не местным, скажем так, не особо активно решает проблемы строительства в другом городе. Понятно, что это сложно, как бы, наверное, для него, но тем не менее, раз он вызвался построить здесь дом, и, в принципе, в центре города, и, значит, привлек средства большого количества людей, то он несет за них ответственность. И моральную, и юридическую.